сегодня среда, а значит, в эфире наша постоянная рубрика «Секреты макияжа». Рядом со мной визажист Эрик Индиков. Именно он расскажет и покажет, как усилить магнетизм голубых глаз. Здравствуйте, Эрик, рады вас видеть. Позвольте сразу задать вам животрепещущий вопрос. Подчеркивает ли голубые тени голубизну глаз? Это самая большая ошибка, к сожалению. Просто наше зрительное восприятие основано в том числе и на сравнении. И когда мы видим два голубых цвета, мы оцениваем как один голубой, второй не голубой. Соответственно, тени всегда ярче цвета глаз, и ваши глаза превращаются в серые. Поэтому рекомендую делать наоборот. Наносить серую гамму, либо цвета, которые содержат в себе синий, голубой, но не являются голубым. Сиреневый, фиолетовый, синий. Серая гамма великолепно подчеркнет, еще раз говорю. А зеленая? Она будет хороша, но в сочетании, опять же, с чем-то холодным. Один из этих вариантов я вам сегодня покажу. Давайте позовем на подиум голубоглазых красавиц. Эрик, с кого начнем? С блондинки, шатенки или брюнетки? Давайте с брюнетки. Давайте, брюнетка, это вы. Итак, у нее действительно голубые глаза. Мы уже нанесли специально серые тени. Тени перламутровые. Меня тоже часто спрашивают, а можно ли наносить в возрастном макияже перламутровые тени? Ну и я что считаю, же? Что можно. Мимические морщинки, которые подчеркнут перламутровые тени, есть у всех, даже у самых молодых. Но как перламутровые тени зажигают взгляд, глаза начинают искриться. Теперь мне очень хочется еще одним советом поделиться, потому как наши женщины очень любят коричневый цвет. Да, любят. Коричневый цвет, к сожалению, добавляет возраст. Но его можно использовать очень хитро. Например, нанести на синий карандаш. А, как же это можно сделать? Сейчас покажите. Покажу. Вы берете сейчас что? Карандаш Беру или кисточку? Беру синий карандаш для глаз. Синий карандаш для синий глаз. Синий карандаш для глаз. И прокрашиваю межресничное пространство. Я понимаю. Вот как раз самые корни ресниц. То, что обычно делают. Сейчас это очень популярно. При чуть-чуть этом вы делаете довольно толстую линию, у правильно? У внешнего уголка. Да, так но она... без стрелки. Без. Сейчас я эту линию мягко вначале растушую. Уже с помощью плоской кисточки. Плоской, да. Понимаю. Чуть-чуть. А теперь сверху нанесу коричневые тени. И тогда? И тогда этот цвет станет холодным. Он станет синий и сине-коричневым. Он освежит максимально. Да, действительно, и подчеркнет, красивый эффект. И подчеркнет голубизну глаз. Но вы делаете еще и какую-то растушевку. Все-таки здесь есть эффект некоторого смоуки, правильно? Какая-то но туманность. Ну, смоуки – это полностью темное веко. Здесь мы оттенили только внешний его уголок. Цвет глаз стал ярко-голубым. При этом мы использовали коричневый цвет. Очень яркие глаза, это очевидно. Ну и то же самое сделаем. Да, то же самое мы сделаем здесь. Прекрасно. Да, действительно, эффект очень явный. Они стали еще ярче. Они стали ярче, они стали выразительней. Спасибо вам, дорогая блондинка. Что вы рекомендуете для такой блондинки? На такой блондинке мне хотелось бы показать, как можно без теней подчеркнуть голубизну глаз, используя цветную тушь, румяна и помаду. Но я вижу, что у нее уже есть синяя тушь. Да. Цветная тушь смотрится немножко, как говорят, по-детски. Глаз не одет, он не оформлен это до конца. Правда. Глаз не очень выразительный. Поэтому советую, носите цветную тушь, коричневую, зеленую, синюю, любую. А в конце делайте вот такую вещь. Корешки прокрасьте черной тушью. Корешки, но это, наверное, довольно трудно. Нет, это совсем не сложно. Но это можно особенно сделать себе. И карандашом, нет? Нет, карандашом это не получится сделать. То есть вы это делаете с внутренней себе стороны? Себе это делать очень удобно. Далее что можно сделать? Румяна. Любая синяя гамма контрастирует с оранжевым цветом. Так что любой цвет, содержащий оранжевый, будет максимально подчеркивать голубизну глаз. Для этого можно взять какие-нибудь морковные, например, румяна. И тогда? И максимально то же самое, по чуть-чуть мы сейчас будем подчеркивать голубизну глаз. С помощью оранжеватых румян. Да, действительно, если, они горят больше. Если смущаетесь оранжевого цвета, не все отваживаются его носить. Я предлагаю его смешивать с розовым, получается такой коралловый цвет. Он тоже освежает, он прекрасно гармонирует с голубыми глазами и будет их освежать. Последний штрих это такого же морковного цвета губы. Ну, многие женщины боятся такого оранжевого цвета. Всем ли он идет, этот цвет? Ну, далеко не всем. Но вот блондинки с голубыми глазами, по-моему, это будет очень красиво. Спасибо большое.
Замечательная улыбка. Ну и теперь шатенка. Стройная красавица шатенка. У нее стройная уже, красавица, видите, шатенка. Вот очень тут мы как раз глаза. И сделали фиолетовый смоки айс. Мы теперь внесем сюда такой оттенок весны, весеннего хулиганства немножечко. Какой внесем. Же? Это цвет, который приходит каждую весну к нам в моду. Цвет молодой зелени. Я введу его во внутренний уголок глаза. Вначале чуть-чуть я возьму зеленоватый. Тени карандаш. Это основа. Наверх. Это еще не сам цвет. А теперь мы нанесем сам цвет уже кисточкой. Какой-нибудь яркий-яркий цвет молодой зелени. Очень красиво. Это все-таки скорее вечерний вариант, судя по серьгам, которые носят наши. Освежили модель. Макияж, и как мы ввели зеленый цвет, о котором вы говорили, можно ли его использовать с голубыми глазами. Можно в сочетании с фиолетовым запросто. Спасибо большое, спасибо вам. Напомню, что сегодня секреты макияжа для нас раскрывал визажист Эрик Индиков. Больше секретов макияжа спасибо. Ищите на нашем сайте modny.tv.